Я рада вам представити наших сьогоднішніх гостей ранкової програми «Новий день». Євген Гриневич, пілот миколаївської ралійної команди «Ніколаїв Ралі Тім», та Денис Сісін, він фотограф, волонтер, прес-служба цієї миколаївської команди. Друзі, рада вас вітати. Доброго утро. В першу чергу давайте повідомимо нашим телеглядачам про те, що ж таке раллі і яку участь в ньому має наша миколаївська команда. Ну, раллі – це один із різновидностей автоспорту. Николаев давно славится автоспортом, ну, в последнее время немножко так тяжело, поэтому единственные представители пока мы остаемся мы, к сожалению. Хотелось бы, конечно, чтобы немножко больше развивался автоспорт в Николаеве. А чего, на вашу думку, не вистачає для розвитку команд, миколаївських команд ралли и для участі? Ну, автоспорт – это технический вид спорта, и поэтому это один из дорогих видов спорта. И содержание даже одной команды, ну, это большая сумма на сезон. Розкажіть нам про вашу команду, тому що ви улюбленці миколаївців, за вас вболівають жителі міста та області. Скажіть, як було засновано вашу команду? Ну да, действительно, нам дуже приємно, большое количество моральної підтримки йде нашій команді, особливо в цьому году. Команда, в принципі, основувалась спонтанно. Спочатку штурманом должен був бути один чоловік, а потім за дві неділі, за три неділі до гонки стала все-таки моя жена штурманом. І отак от основалась команда, от нам уже 4 роки, іменно як ралійної команди. Денисе, у вас хочеться запитати про підтримку миколаївської команди, тому що дійсно... Мені вже глаз дивиться, коли підтримка. Ви стали неофіційним прес-секретарем і другом нашої миколаївської команди раллі, Ніколаїв Ралі Тім. І ось з вашої сторони, як ви думаєте, яка необхідна підтримка для того, щоб дійсно наша команда могла досягати більшого рівня, для того, щоб про нашу команду знали не тільки в нашому місті, але й поза її межами? Тут вообще в любом деле для раскрутки нужно вкладывать очень много сил и средств. То есть все понимают, что автоспорт, он сам по себе не может существовать по одной простой причине, что, как Женя сказал, это нужно большие вложения. Автоспорт в мире существует благодаря спонсорам, поддержке титульных спонсоров или иных других. Это какие-то знаменитые бренды, либо те бренды, которые хотят стать знаменитыми, то есть они вкладывают свои деньги, так сказать, на рекламу. То есть автомобиль – это, по большому счету, гоночный болид, рекламный только. У нас щиты, они все стоят неподвижно, а тут бегать за ним. Вот. И благодаря этому как раз-таки идет развитие. То есть люди, конечно, должны быть люди, которые интересуются этим. То есть если человек, у которого... есть какая-то организация, и она может себе это позволить, но ему это не интересно, естественно, он это делать не будет. В принципе, у нас в Николаеве автоспорт очень давно. Вот. Евгений, яркий тому представитель, еще в юношестве, с 6 лет, по-моему, да? С 6 лет, да. 6 лет человек ездит, да, на картинге, двукратный чемпион Украины. Вот. Поэтому сказать то, что у нас в Николаеве автоспорта нет, ну, так нельзя. Он есть, он, сейчас мы пытаемся его поддержать. Что автоспорт нужно? Есть, а что есть спонсорская допомога? Ну, тут немножечко сложнее. Очень тяжело, пока очень тяжело как-то мотивировать. Вот. Даже есть вот партнеры, которые, возможно, бы заинтересовали, но сейчас в нынешних условиях, ну, скажем так, удивить людей уже очень сложно, и как-то мотивировать их в нашу сторону тоже очень сложно, потому что тут у каждого свои позиции на этот счет. Кто-то детский дом отдает, кто-то на спорт отдает, кто-то еще куда-то. Кто-то вообще ничего не дает. И такие люди. Да, есть, их очень много. Ну, в целом, как бы, понимаете, мы, скажем так, очень плотно вот занимаемся, вот я во всяком случае, вот второй год с Евгением, то есть, и видим, что каждый год у нас нарастает такая публика, которая за нас болеет, то есть нам пишут в Фейсбуке, в комментариях, в сообщениях, то есть да, за нас болеет, и это очень хорошо, потому что есть обратный, ну, как фидбэк, да, то есть значит мы это делаем не зря. То есть, и делаем правильно. Да, и делаем правильно. Если оно так идет, то значит мы делаем все правильно. Дивлячись на те, що з матеріальною допомогою в Миколаєві ще тільки йде розвиток
цієї ланки, але підтримка миколаївців для вас відчувається, і вона не просто так, тому що ви заслужено отримуєте це, ви заслуговуєте любові містян тим, що не дивлячись ні на які перешкоди, берете участь у змаганнях. Ось зовсім скоро також буде ще одна можливість у вас показати, що ви молодці, що ви чемпіони. Готуйтесь зараз до наступних змагань. Да, от 23-24 июня у нас в Николаеве будет второй этап чемпионата Украины по минерале Кубок Лиманов. Мы очень активно готовимся, потому что... Буквально вчера в 11 только с гаража вышли. Результат для нас очень важен. Очки в Одессе были, к сожалению, потеряны из-за мотора. Угу. Ну, так получилось. Мотор уже замененный. Полностью, да. Мы решили все-таки строить мотор здесь, местными силами. Нам очень помог Вячеслав Мячев, это президент автомобильного клуба «Николаев». Он выделил своего механика, это один из лучших в городе, и совместными усилиями был построен мотор. То есть у нас на этот мотор очень большие надежды. Очень было много переделано, все, то есть вся ставка на николаевскую гонку. Теперь мы можем рассчитывать, что вы станете чемпионами с новым-то мотором. Ну, пока речь идет только об одном этапе. Что ж, друзья, дякую вам.